Доброе утро. Правда, маленько поздноватенькое уже у нас, 8:30. Но видите, реагент от Blue просит уже. Сейчас мы заодно зальем 19%. Вот наше новое крыло. Магазин работает с 8, так пошел, купил. Ну, ждал 8 утра, я бы еще раньше бы. Можно было все поставить, поехать. Сейчас хочу в сторонку отъехать. Терпеть не могу, когда вокруг советчики и так далее и тому подобное. Надо расцепиться, что так его, может, и поставишь, но очень неудобно. Сейчас мы в конец стоянки переедем. Переоденусь быстренько, чтобы майку не вымазать, расцепляться туда-сюда. Я думаю, тут за полчаса все сделаем, чтобы расцепиться, отплю залить. Вот, и поедем. Это у нас Дзержинск. Весовой. Сегодня у нас 13 июня. Так. В общем-то, вот здесь, наверное, можно, в принципе, и туда уже, прямо туда уже не ехать. Вот сейчас прямо вот здесь вот встанем. Отобьемся, выйдем из-под прицепа полностью, потому что, ну, так неудобно, неудобно одевать. Вместе с этими купил, с крепежами. Так, под лапы здесь нормально? Нет, не нормально. Надо чуть-чуть метр вперед проехать. Лапы обе ровно стали. Наверное, вот так примерно. О, отлично. Все тогда. Расцепляемся. Выезжаем, делаем и поедем. ДПС ходит. Как говорится, не поймите приватно, но я столько не выпью. Все, пошел я делом заниматься. Я вам скажу, что в последнее время, если что-то делают, то делают говно во всем. Вот фитинг. Выехал, слышу, воздух шипит. Ну, отсюда выходит. С этого места. Я за него, ну, эти хомутики снял. Только чуть потянул, пах, и сломался. А вот прикиньте, это в дороге произошло. На ходу. Нормально было бы, да? Поставил еще один. Сейчас пойду еще переоденусь, потом запас пойду еще пару штук возьму. Сейчас возьму еще два хомутика. Здесь намотал немножко, чтобы они не терлись друг о дружку. Возьму два хомутика. Эти трубки между собой скручу. Ну, все. А? Брызговичком огонь? Вот 1950, вот видите? Считается 300 рублей экономии.
практически. Но так намного красивее, правда? Теперь осталось только помыть. Сейчас еще надо от блю залить. Одну канистру больше не буду. А сколько здесь до Казани? 400 километров? В принципе, 20%, 19. На 400 километров мне должно хватить. И не буду от блю заливать. Мне должно хватить. Ну, сколько тут? 200? Да, 400 километров. А, до этих 600. Мне же до Елабуги надо. Не, канистрочку сейчас зальем. Не поленимся. Все, осталось только туда, особенно та дверка. Вон, посмотрите. Дурдом. Где я тут вчера по такой грязи носился. Помыть осталось лайнер. И все на этом. Ну, шеф сказал, на обратном пути хочет заехать в Скания Курган, ролики поменять и колодки. Сказал, не будет тянуть до ТО. Нет, так нет. Скажу тогда заодно, чтобы с этой трубкой, может, новую поставили или что. Все-таки фитинг это фитинг. У меня тоже не шипел этот. Вчера проехал день. И все, вечером пошипел, а утром вообще сломался. О, падла. Все, хорош балабойством заниматься. О, пойду заодно мусор выкину. Мусорку. Заливаем от блю, подцепляемся. Иду покупаю пару фитингов в запас, на всякий случай. И надо выезжать, уже 9 утра. Уже должны работать вовсю, а мы еще только... Только собираемся это делать. По итогу получилось без 20:10. Вот только выезжаем. Мог выехать в 7. Уже под Чебоксарами был. Потерян сигнал GPS. Через 50 метров поверните направо. Хотел металлический фитинг купить. Что-то подумал, все равно что-то трубку менять будем. Продолжайте движение прямо. Если уже и этот зашипит, то тогда куплю металлический. Ну, не догадался. Ямы-то, а? Прицеп пополам переломать можно с такими выездами. Готовьтесь, через 900 метров двигаться прямо. Раньше, помню, там эти, где трубка зашипела, там на прицепе или еще где, вообще без проблем. Пополам перерезом, щелк-щелк с двух сторон, все. И дальше ходит до продажи прицепа. Может, мне какой бракованный попался, не знаю. Посмотрим. Будем смотреть при каждой остановке. Всякщины химической. Заводов, химзаводов здесь мэрина, не мэрина. Через 100 метров продолжайте течение прямо. После Дня России. Правильно. Проверка ЦО, все дела.
смотрю здесь перед этим, перед Нижним, все эти поселки поубирали это. Знаки на белом фоне. То есть вот Гнилицкие дворики, Северный, тут сейчас еще какой-то один будет. Они же все были на белом фоне раньше. А сейчас все. Вот. Ответвление, да, для этого, для автобуса сделали. Там типа знак 40. И все. А всем остальным уже вот даже этот бетонный типа поставили плиты на разделительной, чтобы не бегали тут через дорогу, не шныряли. Ну, тоже правильно. Постоянно тормозить приходилось. Сейчас вот тормозить не надо. Мудро. Вот здесь еще тоже потом все ставят. Он, видите, навезли с правой стороны. Вот сейчас следующий будет. То же самое вот. Знак на синем. И вот это вот кармашек такой. Вот Березовая пойма. Тоже, наверное, когда-то как населенный пункт шел на белом фоне или нет. Еще строитель, по-моему, здесь был такой поселочек. Так летел ты, братан, так летел. А сейчас почему-то, как ехавший на круизе, так и еду, я тебя убираться стал. А тут так ты поливал, коллега. Сейчас на эту, на объездную. О, а здесь оставили. Да. Лесная поляна здесь оставили. На белом. Тормозим. 78. Так, Казань. Поехали Казань брать. Казань направо. Сюда ГИХА хорошо сделали, когда эту объездную построили. Ай-яй-яй. В Нижнем приходилось. Там, особенно зимой, там вот после Акита на ту горочку, на подъем. Снежок прошел. Все. Два грузовика прилипло еще. Весь город стал. Сейчас мы заценим, как тут в такой выходной, воскресный, хороший денечек на Оке дела. Рыбаков много, немного. Оно и здесь, вот видите, вот после Оки, ну, подъем. Ну, как обычно, река же она в низине. А в Нижнем там крутой подъем такой, вверх, в гору так. Круто-круто. Ну, довольно круто. И все, там зимой, ой, беда. Если, говорю, только снег пошел, не посыпали, и все. Так, ну вот с этой стороны... Раз лодка, два лодка, три, четыре, пять. Не, вон там лодок тут хватает по центру. Да и с этой. Нет, с этой вон одна и тут. На берегу он хватает. Вон там народ отдыхает, кайфует. Чё на природе. Ой, 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 тише, тише. Да, сейчас бы вот здесь машину бы кину, да, вот сюда на этот берег спуститься. Эх! Побросать. Не, надо в этом рейсе обязательно его обновить, спиннинг. Ну как это так?
бы вот, если бы мы поехали, если бы мы поехали тогда через Выксу там туда-сюда, то вот здесь вот бы мы выехали. Вот здесь вот, вот на этом вот мостике бы. Мы бы здесь появились бы перед Нижним Новгородом. Вот Богородск, Выкса, вот здесь вот бы вышли. Но были бы без брызговика. Но тут все равно широкая, двойная, ты топишь, а там эти, в любом случае такая, как там мы ехали вчера, там в деревне, ты право, лево, вверх, вниз по деревням, такая вот дорога. Трафик меньше, но от этого ты быстрее не едешь. Зеленый.
Татарстане до полных баков. Потом от Блю заезжать, заливать. Кажется, туда, туда, туда. Все это время, 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 время. А уже 11. Именно 500, 500, ну 500-й мотор. Берут и берут сотнями эти машины. И по-моему им пофигу, Эрки, Эски, брать. Вот уж бабла там, да? Транснефть или что там? По-моему, уж транснефть, если я не ошибаюсь. Ее бабло там. Так же, как и этот, с лидер транса, да? Там сказки рассказывал, как он с двух газелей такую компанию открыл. Почти там в 1000 машин. Ну, не почти, да, я же не знаю, сколько их там. Ну, факт в том, что в такое количество машин, да? Сказочник по ушам там ездил. Где-то там видео есть, говорит, пару видосов. Говорит, сам ездил, говорит, на газелях начинал. Я не знаю, только на кого это рассчитано и кто на эту туфту ведется. Рассказал бы лучше, кто чемодан денег принес. Это так, сугубо мое личное мнение. Может, я не прав. Но мне кажется почему-то, что прав. Точно так же и здесь. Бабло вливается, отмывается. Вот и весь принцип. Как вы думаете, фартанет с мойкой? Или на сегодня фарт закончен? Прислали. Не помню, за сколько, за 60 или за 70 евро я его купил. Так, хостел 500 рублей место, спасибо, не надо. Автомойка пусто, отлично. Отлично. Свободно, значит, заезжаем. Коллегу за собой собрал. Сзади народа много. Маленькие нервничают. Ну что делать? Как оно? Кому сейчас легко? Вон еще одна, видите, гонит. Еще тоже 500S. Прицепы, правда, эти все 16 метров.
погнал. Что? Так. Я тут, правда, ни разу не был. Ну, судя по всему. Или проложить. Куда въезд? Где въезд на мойку? Или проложить. Выполните разворот там, где это разрешено. Не знаю. Сейчас узнаем. Вот слово мойка написано. Может, это тоже на мойку стоят? Не, если они на мойку, то я поеду. Там какая-то он моется. Штукенция. Сейчас спросим, если они все на мойку, то я поеду, я стоять не буду. Что не туда. Пойду спрошу. Говорит, фура должна заехать. А где та фура? Говорю, так я ж вот тоже фура. Ну, говорит, заезжай. Ну, отлично. Вообще-то, может, с той стороны было бы удобнее заехать, конечно. Здесь как-то так не очень хорошо, если честно. Он нормально, пока сейчас будут мыть. Я схожу в этот. О, супца похлебаю. Ну все. Будем блестеть, как у кота одно место. Мыли-мыли мурзилку. Мыли-мыли труба чисто, чисто. А, поедем в Сибирь соблазнять красотой неписанной или неописанной. Не, что, нормально тут так, я вам скажу. Довольно-таки уютно. Сходил в солянки, покушал. Так, бывает вкуснее, ну, терпимо, 200 рублей, солянка, компот, больше ничего не хотелось. Интернет только здесь слабенький совсем. Где этот дядька? Дядька тут приходил, я, короче, подъехал, спросил, нету никого, нет. К этим захожу, говорю, что свободно? Да, говорит, занимал какой-то на фуре, заехать должен. Я говорю, где он? Вышли на улицу, головой покрутил, нету. Ну все, говорит, заезжай. Я заехал, прибегаю. А где ты был? А я куда-то за машиной ходил.
Ну, так а сколько ты будешь ходить за машиной? Час, два? Тебя здесь не было, ты не ждал, ты не занял. Ну, все. Короче, я не стал выгонять. Ну, он так сильно не ругался, потому что понял, что, ну, занять-то он занял, а сколько его ждать? Мойка свободная, все. Машина-то выехала, что передо мной было. Короче, сейчас помоют и уже поедем. Чистенькие. А? Красота. Совсем другое дело. Новые диски. Только на средней оси ржавая. Старая. Это вот это наше самое старое колесо. Самое первое, ну вот, снова. Такое, конечно, подгулявшее. А где этот, который тут крику наделал, что вперед него заехали? Обиделся, наверное, вообще уехал. Все. Сзади тоже все красиво. И здесь все не беды. Ну, можно топить. А то сегодня опять не работа, а одни трно какие-то трно. Все, сейчас до Казани едем, надеюсь, без остановок. Как же ты мне нравишься-то, а?